Особенности краткое. Нет географических ограничений. Как только золото превратится в криптозолото, вы можете выкупить его в любой стране. Затраты, связанные с транспортировкой и связанными с ними налогами, сводятся к минимуму, оставляя сырье в его месте его происхождения. Вы можете безопасно хранить его в золотом сертификате, в своем кошельке, на картах блокчейн. Золото безопасно от политического влияния и будет сохранять и увеличивать свою стоимость с течением времени. Плата будет использоваться в качестве прибыли для заинтересованных сторон. Это означает, проверка будет занимать до 10 секунд, то есть меньше энергопотребления и больше безопасность. Краткоин менее изменчив, чем другие криптовалюты, потому что он косвенно связан с реальным активом, защищенным прочной цепью. Золотые сертификаты – это надежные инвестиции. Что предлагает проект? DAO токен – криптовалюта, которая является быстрым и удобным способом оплаты с использованием всемирного масштаба. Gold токен – это токен, владелец блокбани Карат. Он представляет собой 1 грамм 99,99% стандартного золота LVMA, закрепленного в сейфах Safehouse, что означает, что золото безопасно от политического влияния и будет сохранять и увеличивать его стоимость в течение времени. Стоимость выкуп на 100% основана на цене золота. Подкреплены полностью выделенные золотые слитки в хранилище. Золотые документы доступны для проверки. Возможность выкупа в любое время с помощью смарт-контракта. Золотые карты – это кошельки, содержащие золотые слитки, которые будут доступны на рынке краткоин монет. Золотой сертификат – реальный сберегательный счет. Купон, который дает право каждые 6 месяцев хорошую процентную ставку. Защитите инвестиции с высокой стабильностью. Доллар плюс золото. Эти золотые сертификаты имеют определенную продолжительность и фиксированный доход. Идеально подходят для всех, кто нуждается в надежных инвестициях. Каждый сертификат составляет 1000 долларов США. Сертификаты золотого актива краткоин имеют разные сроки погашения. Золотые сертификаты краткоин являются обязательными, выдаваемыми уполномоченными финансовыми услугами, в том числе активами, как корзины золота и других товаров. План накопления может быть полезен для инвесторов, которые хотят со временем строить свои позиции во взаимном фонде. Для своего продвижения компания запустила ICO. После полного формирования программы у вас есть возможность оставаться участником проекта и получать часть прибыли компании как держателя токена. Но также вы можете и продать свои монеты на криптовалютную биржу. Лично я повременю с продажей, потому что хочу оставаться частью этого глобального масштабного проекта и расти вместе с ними.